в нашей деревне новое утро. Всем привет! Друзья, привет! Мы проснулись. Куры просыпаются раньше нас. Наш петушок. Мне всегда было интересно, почему золотой гребешок. Вот в сказке, откуда они взяли золотой гребешок. Гребень-то красный. Здесь вот под сараем доски все сложил. Надо будет все попилить. Классно, сейчас прохладно. Вообще хорошо. Летом просыпаюсь и сразу жарко. Сейчас вот такое вот прохладное утро. Ну, днем тепло, очень тепло. У нас пока еще продолжается лето, можно сказать. Вчера мне показалось, что вот на вот этом вот кусту инжира вроде бы как бутончик где-то выходил. Я уже так обрадовался, думаю, ничего себе. Думаю, скажу жене, обрадуется. Там еще куст такой небольшой, около метра. Сейчас вот пришел, нету никакого бутона. Где его увидел? Вот, нету. Вообще мне сказали, что инжир 2 раза в год плодоносит. Я так думал, может, ягодка какая созреет, хоть первая. Нету. Иллюзия. Хотя так был уверен, что видел бутончик. Вот такой вот он инжир. Странно. Здесь вот маленький совсем кустик. Да. Подсластить немножко расстройство свое. Это, по-моему, какой-то другой сорт. Надя покупала что-то. Несколько кустов весной. Прямо сладенько. А ну, это мой сорт. Сейчас мы их сравним. Тоже вкусно, но не то. Не пойму. А может быть и то. Вкусненько. Друзья, опять на работе. Опять ямы. Тут были порывы. Сейчас надо это закопать. Попросили. Опять в отпуск. И отпуск продолжается. Будем работать дальше.
как-то так. Остановить подровняется лопатой немного. Это смотрите, колока, чего? Еще одна вот такая яма здесь. Выложили колодец. Такой чашкой был кран аварийный накрыт, наверное, да? Это над краном было, да? Модно было ведрами накрывать, чашками. Сейчас эту яму тоже закопаем, зароем. Ну, как-то так. Пойду догуливать отпуск. Хотела пропылесосить вчера, а пылесос плохо тянет. Хотя фильтры в прошлый раз все помыла. Вот, сейчас Толя посмотрит, что-то с ним не то. Плохо тянет, да, Толь? Как бы сосет, но... плохо. Вот сейчас палец затягивает. Это забилось, наверное. Ну прямо затягивает. Убери свою ногу. Я не знаю, что там может быть. Че? Есть? А, тут труба забилась. Да? А ну покажи. А тут не видно ничего. А ну-ка, ну, не светится труба. Пойду почищу. Давай. Что ж там может быть? Пойдем посмотрим. Что там? Ну что там, клок волос. Ага. Это с кукол волосы. Еще пазл. Так конструктор. И, видать, кто-то постриг куклу. Угу. Ну выброси. Так, таких. Прочистили пылесос, сейчас будем. Смотреть, в каком будет пылесосе. Пылесосе, да. Я хотел дунуть туда. Это ничего не надо. А ну, поверь. Проверь. Тянет пылесосить? Тянет? Все, мы свободны. Пошли. Дорогие друзья, будем сегодня готовить пирожки с покрипкой. Вот, сейчас Толь мне поможет мясо через мясорубку прокрутит. Я лук накрошу, пожарю, вот. На козьем жире. На коже. На, не, не надо. Я же буду этот. Сначала лук пожарю, а потом туда фарш добавлю. Вот. С картошкой? С картошкой, да. Картошка, вот она у меня тут закипела, варится. Картошка закипела, варится. Пирожки с потрибкой. Толя очень любит с потрибкой пирожки. Ну и дети тоже любят жареные пирожки. Конечно, я понимаю, что это не так полезно для здоровья. Но иногда хочется. Что, еще молоть? Да, все. Все? Да, все. Дорогие друзья, буду сейчас обжаривать фарш на козьем жире. Все это буду делать. Потом, дочь. Вот. Да, растопим жир. Тут варится картошка. Сейчас. Так, шкварки жарятся у нас. Обжаривается лучок на жире. Шкварки я выбросила. Только лука. Скоро тут почернело опять. То, что вчера намывала.
Она опять такая стала. Она очень быстро пригорает. Сейчас добавлю сюда фарш. Потрибку. Так, тут теперь фарш я добавила с потрибки. Все перемешиваю. Буду жарить на большом огне. Сейчас немножко посолю. Пусть жарится. Фарш добавился, дожарился. Сейчас буду добавлять его в картошечку. Вот так вот получилось. Пусть остывает. Тоже с картошкой? Ну да. Вкуснятина будет, наверное. Мало картошки, думаешь? Я думаю, достаточно. Да, я думаю, будет очень вкусно. Там почти не видно картошку. Обычно не видно начинку там. А тут не видно картошку. Вот я снова в своем домике с привидениями. Занес правила. Приобрел маяки. Не знаю сейчас. На одну стену можно точно маяки ставить. С окнами. Будем, наверное, мы окна вынимать. Но некоторые я не знаю. Все еще в раздумьях. Может быть, что-то и оставлю. Посмотрю, где будет рама получше. Вот оставлю, где похуже. Но вот эти окна, они, видите, вот эти два окна, они немножко по диагонали, мне кажется, неправильно стоят. Вот это точно стоит, вот криво в отношении этого окна. Ну и штукатурить, я думаю, надо сначала подоконники, поэтому, наверное, сначала надо окна как-то подогнать, чтобы потом двойную работу не делать. Друзья, вот у меня есть такой уровень. Я вот обратил внимание, не знаю, видно красную полоску. Вы видите, стена как бы практически ровная. То есть относительно неплохо. Я думал, придется больше равнять. Сейчас вот там вот поставим маяк. Второй маяк поставим напротив. Даже высота одинаковая. Это так визуально. Не скажешь, что идеально. 2,15. Маяк посадим на гипсовую смесь. В общем, вот один маячок. Вот второй маячок. В общем, вот эти два маяка в этом углу и в другом углу.
Я поставил по уровню. А от этих маяков я натянул уже вот такую вот веревочку. И этот маяк посередине я поставлю уже по веревке, чтобы он касался веревки. Дорогие друзья, хотим сегодня вам показать, как мы делаем. Будем делать творог из козьего молока. Ну это пока, да, разогреем сначала в кастрюлю, наливаем, разогреваем. Даже, можно сказать, кипятим немножко. А потом наливаем мешок специальный. Вешаем, а сыворотка стекает, а творог остается. Творог домашний из козьего молока. Собрали несколько банок козьего молока, не успеваем выпивать. Такой красавец творог будет. Ложку тебе дать. Ложечку давай. Да, хороший творог. Обычно мы через мешок процеживали, а сейчас в этот раз посмотрели, творог очень хороший. Он сухой уже. Поэтому решили пропустить через дуршлаг всего лишь, чтобы лишняя сыворотка стекла. Очень много творога. Поделимся с соседями, может, с друзьями. Вот, потому что мы столько не съедаем. Давай, наверное, это пирожки с потрибкой доедим. Сделаем пирожки с творогом сразу. Да, кто их будет есть? Пусть течет немного, а потом остальное все. Да, вот столько у нас творога получилось, друзья. Вкусного, домашнего, натурального, без добавок, без консервантов. Ой, папа, давай. В общем, друзья, не знаю. Смотрю на стены, думаю, что делать. Вот. На этой стене маяки поставил, я ее могу заштукатурить, от песок привезут. Буквально вот на днях. Папа, там позже встаем, маяки вот так. Угу. Видела. Видела, козлик стоял? Не, не козлик, а кошечка. Кошечка? Ой-ой-ой. Маленькая, я свою маму, наверное, сделает. В общем, ага, вижу, пошла кошечка. Без подоконников, беззаконный храм, наверное, дальше ремонт никак. Здесь вот с улицы. Но это вот окно перекошенное. Это как бы не особо видно, что перекошено. Ну, рама не гнилая, ничего. Здесь вот гнилая рама в этом углу, в этом вроде бы ничего. В общем, здесь надо будет и раму менять полностью. Эта рама здесь вот угол вывалился. Это будет все заштукатуриваться. Раму тоже надо менять будет. Вот она здесь гнилая, никуда не годится. В общем, в ближайшие дни плотно будем заниматься окнами. Надо постараться сделать окна самому, чтобы не было никаких вложений. Или вложения были совсем минимальные. Вот. Стекло у меня есть. Есть у меня, вот разбирал старое строение, кое-какие доски. Вот надо попробовать из них сделать, чтобы не вкладываться, не покупать новые окна, потому что хочется еще сделать ремонт на кухне. Здесь надо делать ремонт. На все может денег не хватить, поэтому
Буду делать окна своими руками. Честно скажу, ни разу не делал. Ну, постараюсь сделать что-то похожее на окна. Да. Так. Здесь вот есть у меня вот такая пила. Я ее сделал из плиткореза. Здесь гудят подшипники, но она работает нормально, все. Пусть еще погудят. Здесь вот есть диск новый, практически новый. Почему-то он пилит доску в бок. Ничего не могу сделать. То есть, если там какие-то такие вот... Просто отрезать буду этим диском. Если что-то надо ровненько отрезать, буду резать этим диском, но его надо подточить. Сейчас его сниму. В общем, из этого же станка я сделаю заточной станок. Вот, плотненько стало. На нем же я это и поточу. В общем, на плиткорезе будем пилить доски. На плиткорезе я наточил этот диск. Вставил диск с болгарки, обычный отрезной диск вставил. Им наточил, и мы будем пилить доски. Получится, да? Да. Здесь лепятся пирожки. А и козявки. На одной сковороде будем варить, и на двух. Я, наверное, не буду успевать. Лепить. Сейчас я помою с мылом руки. Буду жарить сковороду, нагревать, да? Включать, все? Да. В маленькой будем сковороде жарить? Да, маленькой. А в басу будем? Может, вторую такую же доставать? Так, липучая! Липучая? Липучая! Давай! Мама, тебе плакала, вот смотри! Кубра, мама! Ты зачем так делаешь? Я хочу кубра. Сейчас.
надо только вот так равномерно раскладывать. Везде было одинаково. Мама, чего ты мусишь? Помогу. Ебучка я. Нет, положи. А ебучка я, ня. Ебучка я. Да, ебучка. Ебучка. На. Теперь ты свое. Ну, на сковороде ничего интересного происходить не будет. Все интересное происходит. Вот так, смотри, как мама лепит пальчиками. Раз, на столе. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Пирожочки будут. Лепи красиво. Пальчиками, Алис, вот так вот, двумя пальчиками. Раз, видишь, тут два пальчика, и тут два пальчика работают. Няма, няма. Привет. 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 Петь. Куда едем, Тая? За бабулей. За бабулей. За бабулей. За бабуля откуда едет? Из Чувашии. Из Чувашии. Ну что, с Богом. Где наша бабушка? Ух. А где-то там. А вон она. Ага. Бабушка не знает, куда идти. Ну беги, встречай бабулю. Здрасте. Поздоровайся с бабулей, Алиса. Здрасте. Ну что, как тебе? Кому позвоним? Ну что, рады, что бабушка приехала? Детки, вы рады, что бабуля приехала? Да. Отпустим бабулю в Чувашу? Нет. Будет с нами жить? Да. Но завтра бабуле покажем дом, который для нее строим. Кто экскурсию проведет? Я. Да, все вместе? Вместе завтра. Ну что, всем спокойной ночи. Еве позвони. Спокойной ночи. Давай, звоните Еве. Спокойной ночи всем. Всем пока. Спокойной ночи.